Девятая ночь музеев прошла в Апатитах под флагом веселого Роджера. Рекордное количество участников, 5 студенческих команд выполняли задания квеста и состязались в остроумии и находчивости. Подробности в следующем сюжете. В библиотеке музея развеселое настроение создает антураж, костюмы ведущих и лихое музыкальное сопровождение. Пока еще оформляли зал, нам уже нравилось. Все аксессуары, которые в зале, вот эти вот флаги. Настроение заряжалось от этого. Ну и то, что 5 команд. Вообще давно, по-моему, такого не было, чтобы именно 5 команд. И все пришли. Музыканты репетировали, приходили. Мы понимали, что это будет очень молодежная ночь, потому что будет рок. Ну и будет вот, ну все такое новое, много нового. Для гостей, как всегда, масса развлечений, викторины, мастер-классы по спасению утопающих, даже возможность сделать татуировку. В это время команды усердно готовятся блеснуть всеми гранями и поразить жюри. О май гуднес, о май дэй! Понимаешь? Вот. Дальше ты типа встаешь, да, и проходишь. Да. Он же поставляет ногу туда, спотыкаешься. Да. Он поставляет ногу, ты спотыкаешься, и потом у тебя вот, ну, скрип половицы. Шутки оценили и эксперты, и зрители. Вдохновение участники черпали из предстоящего скорого испытания. Сессия впереди. Как будто и вдохновение у нас в основном все шутки были именно про учебу. Ну, пиратство, учеба, понимаете, есть схожие моменты. Конкурс, который понравился всем без исключения командам, исполнение пиратской песни на манер определенного музыкального жанра. Вот опера. Колумб Америку открыл! Полетел моряк! Заодно он научил! Весь мир курит табак! И, наконец, подведение итогов. Первое место заняла команда «И так сойдет», опровергшая свое название. Спасибо, удачи, хорошего настроения. Следующая ночь музеев будет через год. Ее темой станут по-настоящему волшебные книги о Гарри Поттере.